я сторонник того, чтобы эту брать хороших. Ну, а насколько... Я не очень давно на самом деле Дом-Корни еще раз встречался с коллегами из этой проектной команды. Мы договорились о том, что уже в начале этого года, вот я думаю, что где-нибудь за феврале месяц, после того, как мы здесь организационный вопрос пришли, мы встретимся и вернемся к этому проекту. По крайней мере, мы съездим в Беларусь, посмотрим тот экспериментальный пилотный участок, который они уже создали, для того, чтобы продолжать, по крайней мере, над предпроектным уровнем заниматься этим проектом. А скажите, пожалуйста, вы готовы выделить экспериментальную площадку или уже готовы конкретно у Юницкого заказывать какую-то определенную трассу? Значит, мы прорабатывали с этой группой специалистов о том, как мы могли бы соединить два крупных аэропорта. Аэропорт Восточный международный, аэропорт Ульяновск имени Карамзина, который находится в другой совершенно части города, и центр города таким транспортом, в том числе и путем пересечения реки Волга. Очень интересная тогда была идея, ей далеко еще до проекта, поэтому у нас уже все определено, что называется маршрут. То есть планы определены, остается только финансировать? Конечно, вот они, просто была тогда информация о том, что они уехали в Австралию, и таким образом они как бы там переместились со своим бизнесом и своими проектами в другую сторону, поэтому на какой-то период времени все это прервалось. Но с учетом того, что сегодня они уже находятся и в Беларуси, и в России, в том числе уже появились конкретные конструктивные моменты, связанные с этим самим транспортом и самими микроплатерами, так их назовем, но ваши помощники извещают вас о том, что они уже запустили вагончики по своей экспериментальной трассе, там вовсю же все я видел, буквально это было в конце декабря на транспортной неделе в Москве, как раз я вел переговоры, они начали рассказывать, ждем от них приглашения, в ближайшее время побываем.